Привет, меня зовут Вера Насонова, и я не понаслышке знаю, каково жить в джунглях и делить еду с енотами. Да, путешествия – это моя жизнь, ведь в них ты познаешь мир и открываешь что-то новое в себе. Так произошло и со мной, и именно поэтому вы видите меня здесь. Что ж, с вашего разрешения, позвольте отправиться в поездку своей мечты. В Гренландии раскололся один из крупнейших ледников. Как стало известно, часть ледника, расположенного на севере-востоке Гренландии, откололась. И в настоящее время ледник тает с огромной скоростью. Он содержит достаточно воды, чтобы повысить уровень океана на 0,5 метра. Ежегодно новые айсберги откалываются, прибавляя 5 миллиардов тонн воды в Атлантический океан. Ученые предупреждают, если в Гренландии растает весь лед, это приведет к повышению уровня мирового океана на 6 метров. Друзья, с вами Вера Насонова. Хочу напомнить, что до Нового года осталось совсем немного, а это значит, пора задуматься, где и как вы будете его праздновать. Ну, а тем, кто предпочитает отмечать праздник в домашней и музыкальной атмосфере, предлагаю провести его с нами. Тем более, у нас всегда есть чем вас порадовать. И прямо сейчас ваши любимые клипы, за которые вы голосовали в течение этой недели, отправляя смс на номер 0775. В первой половине недели скорпионы могут оказаться в изоляции от происходящих событий вокруг. Возможно, в данный период вам захочется вести более спокойный образ жизни. В этом нет ничего плохого, если это не касается работы. Что же касается уикенда, там ваши финансы начнут петь романсы. Возможно, в ваших домах появятся чеки от незапланированных покупок.